О, всем хай, ребята! Меня не видно. Ну, короче, пацаны, сегодня мы будем играть и в Бравл Старс. Смотрите, если меня не слышно, это плохо. Короче, смотрите. Обновка, кстати, недавно вышла. У меня есть брат, мы сегодня будем играть с ним. Мы уже играли сегодня. Да, это первая часть. Сейчас будем... В первой части, по-моему, там что-то сбои какие-то за звуком пришли. Сейчас я покажу. Вот аккаунт моего брата. Вот, пригласить. Вот он. Вот аккаунт моего брата. Да. Эль Примо! Я сейчас покажу свой аккаунт. Да, у меня 70 штук. Вот, у меня есть бравлер. Два гаджета на Брока. Еще у меня есть гаджет на Рика один. А нет, два. Мне вчера выпал новый гаджет. Я сейчас сделаю потише звук. Смотрите, еще у меня есть. Смотрите, короче. Можешь приходить в мою шапку профиля. Не знаю, кто так говорит. Короче, приходите на мой канал YouTube. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Вы хотите увидеть мой 8-й Бравл Пас? Смотрите. Вот он, да. Есть Шелли, принцесса. Есть Эш, новый Бравл Эш. Видите, вот. На его есть скин ниндзя Эш. У меня есть ниндзя Бравл еще. Короче, смотрите дальше. Мы сейчас будем играть. Прикиньте, играть. Все. Смотрите, как играть. Практически. Ребят, сейчас мы будем играть. Вы видите спайк у меня на лицо? Это мой спайк! Как мой брат думает, что это его аккаунт? Ну, короче, вот мой новый брат аккаунт. Я сейчас его выгляну. Ладно, смотри, вот смотри, у него есть Бак, Капитара, Биби Гриф, Бейн, Мартяк. Короче, все, мы пошли играть, смотрите, наблюдайте, красуйтесь. У меня, кстати, есть тоже Мартяк. А я возьму Шелли. Знаете, это Русь. Это Русь, смотрите, вот. Это вот эта карта. Смотрите, кстати, кто хочет увидеть мои этот ранг на этом силовой лиге, вот. Мы сегодня добирались, у меня 6 побед, очень круто. 6 побед, есть тоже. Все, погнали выбирать. Ой, не в эту. Погнали, короче, играть. Мы, кстати, не матюкаемся, ни разу мы не матюкались почти. Играем вот в это вот. Все, погнали играть. Ярко-желтые. Стой, нет. Я другой гаджет возьму. Так что, если кто-то умеет... Кстати, пацаны, кто умеет играть, тот... Что? Мы сейчас будем играть в Русч. Русч? Ты офигел? Ну, Максим, не, какой играть по-моему? Мы сейчас будем играть в эту фигню, ладно. Я не буду в это играть. Нет. Ладно, жена как готова. Я нубик. Я недавно начал играть в Бравл Старс. Короче, я буду это, как его? Let's go get him. Ладно, у меня есть цель, смотри, какая классная. Плохая цель называется. Мы первый раз уже заливаем лолик. Уже в третий. Нет, типа, это еще вторая часть на прошлый ролик. Можешь его вон там вот видеть, посмотри, вон там. Тут есть поль, он очень мощный. У меня есть цель, которая будет только здесь. Ну ничего страшного. У всех бывают облажки. Минус 5 кубасов на моем аккаунте. Жмякаем играть снова. Надеюсь, вам понравится этот ролик. Вы жмякните лайк. Потому что у меня еще не было никакой кнопки. Потому что я только недавно начал заниматься ютубом.
Колоть, надеюсь, у меня все получится. Все дети змякаются и гладь. Вау, так, что очень крутая игла. Конечно, до 7 тысяч кубков нужно потратить до 7 тысяч нервов, но я вас верю. Надо слушать эту пару. Я убил лозу на банке. За мной плетут зэки, которые я не люблю. Я хочу слушать эту пару. Я плохая винту. Она говорит, что я плохо стоял. Как будто что-то было болит. Бам-бам. Забывает две банки. Сюда, сюда, сюда. О, это сила такая. Эй, о, это было, будет прикиньте. Я все включите так. И колоть дальше. Да. О, это новый скин на сейле, смотрите, видите? Красивая сейле называется. Мой блат, надеюсь, сейчас мой сдохнет. Ну, короче, четвертое место, это самое крутое место. Ладно, шучу. Погнали еще катку. Кстати, у меня есть котенок. На моем канале есть котенок, короче, вы видели когда-нибудь, да? У меня на канале тоже показан котенок. Я еще танцевал какой-то танец, но я как-то не умею танцевать. Я постоянно сейчас этот танец танцевать, но я не умею танцевать. Это очень жалко, это очень красивый танец. Только я не тот танец, но только я не умею танцевать. Это все, что я могу танцевать. Ладно, ничего страшного. Выходим колодцы и играем лучше. Видите вот? В эту штуку, смотрите, видите? Сейчас мой блат переделает эту штуку. Если 100 в этот луст... Ладно, пойдем в силовую лигу. Колодцы, в силовой лиге мы должны выиграть. Выиграть просто красота. Надеюсь. Так. Погнали. Сейчас, подождите, я возьму Волдена. Знаете, суп макро. Сейчас мы будем играть, подождите. Я сделала вот так вот. Оп, конечно, попил там, короче. Все, мы назмякаем играть. Кто нам попадает? Награда за поимку. Амана. Все, уже играем. Сейчас я буду кого-нибудь наглажу за поимку. Кого мне убить, спаси, кого мне взять, кого мне этот заплетить? Я лучше заплетю, наверное, я лозу. А, тут я возьму Дивна. Я такой заплету. Во! Кого мне взять? Ой, возьму зайца. Я возьму... Настя, смотри. Я умею комментировать. Вон она, колодцы, погнали. Прикиньте, люди, прикиньте, королева Пэм. Люди, как думаете, мы выиграем? Я надеюсь, мы выиграем. Смотри, какая калта прикольная. О, офигеть, пам! Мы можем выиграть. Блин, я хочу выиграть. Блин, это очень тупо. Это очень-очень тупо. Это come тупо, on, let me show you how it's done. Па-па-па! Па-па! Я косой, люди, я косой очень сильно. Сейчас меня сегодня на клюке закидывали. Я в конфетке не очень такая цепочка. Я там обосрался. Не стала, да, согласен. Я сейчас сдохну, люди, бедные. Я снимаю. А? Что? Какая сильная картинка. Она убегает. Ну, ладно,
already got a zombie down to here. I'm trying to get up here. I thought we could fix it up in here. Wow, dude, I used to be sleeping here and I'm not trying to get up here. Wow, yeah. Алло, сейчас буду разговаривать нормально. Короче, вот так мы нормально разговариваем. Oh, come on, let me show you how it's done. Но я лучше буду разговаривать вот так. Нормально разговаривать, это мне кажется, не очень так. Красиво. Я лучше буду разговаривать вот так, короче. Меня не убивали. Come on, let me show you how it's done. Я надеюсь, что мы выиграем. Максима Тимой? Наш младший брат Алексей, он называет Максима Тимой. Поэтому я тоже называю Максима Тимой. А вот что? Это очень-очень-очень плотная катка. У меня очень-очень дофигища звезд. Здесь я выиграю. Если меня убьют, это будет плохо, очень плохо. Но если убьют, я сильный. Понятно, у нас 30 звезд и синяя звезда. А у них 10 звезд, без 10 звезд. Я убегаю. Ну, короче, мы выиграли. Пах. Все, мы звездную лигу выиграли. Прикольно, звезды, да? Мы выиграли звездную лигу. Короче, играем еще каточку. Да? Синяя команда уже залазится. Что мы делаем дальше? Мне не хватает до вот этой штуки. Это было очень сложно выиграть, поэтому мы идем в Кадери. Короче, я сейчас назову ему Русчистар. Короче, если он не будет змякать Русчистар, а он змякнул. Я просто очень хочу, знаете, за кого попробовать поиграть? За Волана. С ультой. Да, прям как... Смотри, косаря будут, значит, каждому. Да, красиво. А, вы бьёте. Мы уже 14 минут записываем ролик. В принципе, очень мало. На пятое место это очень плохо, очень плохо. Я беру Спуйка. Я беру Дейла. Бравлира Лу. Вот в этот уголок, который он сейчас стоял. Эй, читай, да. На тебе. Убиваю Дейла. Я
Я сдох, я сдох. A season, reason you Каул, и знайте, сияли, и знайте, и королесы, знайте, сияли, ты и знайте. Каул, и знайте. Что у меня ульта? У меня хочется ульта. А, мэйл, бэйл. Ну не застасла, не застасла. Сейчас бывает. Далее, знаком. Место третье. Ладно, это не очень такое прикольное. А что, если я буду играть за кого-нибудь другого? О, давайте мы еще сыграем в эту иглу. Я хочу попробовать в эту иглу за Дзейки. Еще ни разу не играл. Сейчас мой брат влюбит эту игру, и мы будем играть в эту иглу за Дзейки. Я буду играть первый раз, прикиньте, в эту иглу. Мой брат сейчас влюбит эту иглу, я сказал. И будем... Ладно, так и быть, будем играть во что-то такое. Вот в силовую лигу снова. Ну, потом, погнали. Ладно, я лучше возьму какого-нибудь ворона. Броубол, серьезно, горячая зона. О, броубол. Тут я возьму... Я возьму здесь, знаете кого? Знаете, Эль? Я Эль Блавна. Я Эль Приму возьму. Максим, кого ты там заключать будешь? Заключай. Ты заключил Фленка? Максим, заключи Фленка. Джесси заключили. Все вообще. Я все равно за... Я буду играть за... Я за Ликасета. Ой, нет. За Эль. Где Эль Примо? Я выбиваю сейчас. Я за школу обеляю. Я возьму Эль Примо. Эль Примо! Что там такая-то прикольная? Такая-то...